На Алтае ожидается рост цен на бензин. Эксперты топливного рынка предвещают, что повышение произойдет на следующей неделе. А между тем, на ряде АЗС региона уже сегодня появились таблички, на которых написано, что увеличение стоимости связано с ростом НДС. На новогодних каникулах топливо подорожало в европейской части России на Урале. В основном цены подскочили на крупных АЗС. Таким образом, компании пытаются отыграть увеличение НДС. С января налог на добавленную стоимость вырос на 2 пункта с 18 до 20%. На Алтае таблички с ценами на АЗС пока не менялись, но, по мнению местных экспертов топливного рынка, скорее всего, это произойдет уже в середине января. Литр бензина подорожает в среднем на 75 копеек. Затем до конца квартала ситуация с ценами стабилизируется. При этом общий рост стоимости топлива по итогам 2019 года составит не менее 5%. Причина тому не только рост НДС, но и акцизов на бензин и дизель. Добавим, в конце года президент России предупреждал о повышении цен на бензин, но в пределах 1-1,5%.